Всем привет! Сегодня мы сделаем самую популярную на сегодняшний день игрушку антистресс Pop It. Вот такой получается Pop It. И вот как им пользоваться. Прижимаем игрушку сверху. Игрушка у нас складывается. Переворачиваем на другую сторону. Прижимаем снова посередине. И игрушка у нас снова сгибается. Вот таким образом переворачиваем, нажимаем, переворачиваем, снова нажимаем. Делать такую игрушку антистресс очень легко. Давайте мы ее сделаем вместе. Для того, чтобы сделать игрушку антистресс Pop It, нам понадобится квадратный лист бумаги размером 12 на 12 сантиметров. Возьмем лист и сложим его по диагонали с угла в угол. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем лист по диагонали с угла в угол. Снова раскладываем. Складываем листочек вдвое. Раскладываем обратно. В другую сторону складываем лист вдвое. Снова раскладываем. Загибаем все четыре уголка к центральной линии. Загнули уголки, получается вот так. Теперь переворачиваем один уголок. И уголок загибаем к линии. Переворачиваем листочек. Так делаем на всех четырех уголках. Переворачиваем уголок. Загибаем уголок к линии. И переворачиваем обратно. Третий уголок переворачиваем. Загибаем уголок к линии. И переворачиваем обратно. Последний, четвертый уголок переворачиваем. Загибаем уголок к линии. Переворачиваем. Получается вот так. Развернем листочек вот таким образом. И перевернем на другую сторону. Снова все четыре уголка загибаем к центральной линии. Развернем листочек вот таким образом. Перевернем листочек на другую сторону. Берем наш Pop It, складываем его вдвое. Хорошо наводим.
раскладываем обратно. Теперь в другую сторону складываем игрушку вдвое и хорошо наводим. Раскладываем обратно. Теперь вот эти уголки немножко поднимаем. Поднимаем со всех четырех сторон. Вот, ложим нашу игрушку. Получается вот такой поп-ит. И теперь о том, как им пользоваться. Нажимаем поп-ит сверху до самого конца. Он перегибается, переворачиваем на другую сторону. С другой стороны также нажимаем. Ну и таким образом в нее можно играть. Теперь наш поп-ит уже готов. Я надеюсь, что он вам понравился. Желаю всем успехов!